Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорю с вами про ранговые бои, которые будут, скорее всего, в следующем месяце, в мае. Сейчас у нас заканчивается марафон на премиумный танк, американскую ПТ-шку ТС-5. После этого у нас будет линия фронта неделю. Ну и в следующем месяце у нас будут уже ранговые бои. Они будут обновленные, над ними разработчики долго работали. И что же там будет новенького и интересного? Первое, это самое важное, что в ранговых боях было плохого, это начисление опыта за бои, поскольку начисление было не очень интересным и правильным. Люди просто стояли впереди на первой линии и, особо не нанося урон, просто за стояние получали неплохой опыт и проходили дальше. И это позволяло просто играть в непонятный геймплей и проходить из-за этого ранги и получать награды. Это было неправильно, и разработчики над этим поработали. Теперь в ранговых боях будет ролевой опыт. Он будет не полностью даваться только по ролям. Вам нужно будет и просто обычные действия выполнять в бою, ну и также и роль своего танка нужно исполнять. Каждому танку 10 уровня разработчики отдельно прописали свою роль со своими коэффициентами. То есть, если какой-то танк больше с упором на танкование, то ему свои коэффициенты сделали, допустим, Маусу. А Супер Коню, как разработчики говорят, они сделали с упором в другую сторону, потому что он не только про танкование, но и про нанесение урона. И они попытались все это сбалансировать. Ну и мы увидим, насколько они все это правильно просчитали и насколько правильно всем будет даваться опыт. Не будет ли какой-то танк получать слишком много опыта. Надеюсь, разработчики все сделали правильно. Единственное, что нам, игрокам, нужно помнить, что нужно не только просто играть, светить, убивать, сбивать гусеницы, делать фраги, наносить урон, но и выполнять роль своего танка. Если это светляк, нам нужно светить, подсвечивать, делать начальный засвет. Если это штурмовая ПТшка, то там роль полутяжа такого. Вы должны и танковать, и урон наносить, ну и, в принципе, быть активным и полезным в бою. Вот такие вот роли разработчики прописали и проработали. Это, в принципе, правильная, здравая мысль, и это хорошо, поскольку выдавать просто опыт за активную игру, а активная игра — это просто стоять на первой линии, это было раньше, это неправильно. То, что пытаются сделать сейчас, это правильно, но нужно посмотреть, насколько это будет хорошо реализовано. Мысль правильная, на мой взгляд. Также отключили урон по союзникам. Даже арта не будет наносить урон по союзникам в ранговых боях, но оглушать союзников арта будет, за что арту будут наказывать опытом и за что арту могут наказать, даже она может поголубеть и отправиться в бан. Это правильно. Туда и дорога. Здесь без комментариев. Новая система прогрессии. Появится 4 дивизиона и 3 лиги. В рамках каждого дивизиона будет 15 рангов, а их прохождение линейное. Смысл, чтобы менее скиллованным игрокам было сложнее попасть в высокие лиги, сам дивизион несгораемый. Также изменилось количество шевронов между рангами, их стало меньше. Очень много сложных непонятных буквок и циферок. Единственное, что я вам могу сказать, что чем эффективнее вы будете играть каждый бой, тем эта система будет вас пускать все выше и дальше. А если вы где-то будете проседать, то эта система направлена на то, чтобы притормозить вас, и вы не поднимались выше по рангам и лигам. Вначале, я так понимаю, будет квалификация, после квалификации вас куда-то закинет. После того, как вас куда-то закинуло в какой-то из дивизионов, вы там уже будете проходить в этом дивизионе ранги. И когда доберетесь до самого последнего, вы пойдете в следующий дивизион, более высокий. В принципе, это нормальная система, так должно было быть изначально. Видно, что разработчики постарались. Также еще будет призовой бой, который позволит игрокам продвигаться быстрее по этим рангам. При переходе из дивизиона в дивизион вам будут давать такие вот бои типа X2. Как будто бы вы с танка сбиваете X2, но вы будете сбивать шевроны X2. Так сказать, сделано это для того, чтобы вы могли быстрее проскочить, если вы хороший игрок. А если вы плохой игрок, то вы будете медленно все это проскакивать. Количество таких вот
призовых боев будет зависеть от того, насколько вы быстро прошли прошлый дивизион. Таким образом, если вы быстро и хорошо прошли один дивизион, то вам будет легче пройти и следующий. Это ускорит вас. А если вы прошли плохо дивизион, но доползли как-то, то и в следующем вам будет тяжело. Поэтому нужно в каждом бою будет выкладываться на всю, исполнять роль своего танка, и обычные действия, полезные в бою, тоже нужно исполнять. Если вы не исполняли что-то из этого, вам опыта не дадут за выполнение роли. Вам нужно делать все в бою, фраги, подсвет, урон, активно играть и при этом исполнять роль своего танка. В принципе, система правильная, судя по тому, как разработчики рассказали. Осталось в это поиграть и попробовать, насколько оно реализовано. Потому что то, что было до этого в ранговых боях, это полный был бред. Сейчас какая-то правильная мысль здесь просматривается, и это хорошо. Ну и последнее, о чем хочется поговорить, это награды. Награды будут примерно так же распределяться, как и в линии фронта. Вы будете за ранговые бои получать очки, которые в конце года сможете потратить на награду, на которую вам хватит очков. Точно так же, как и в линии фронта. И тоже будет топовая награда 9-й танк, акционный, не премиумный. Судя по тому, что разработчики на форуме отвечали, что прем-танков 9 уровня пока что не будет. А будет ли потом, тоже я не знаю. Но эти танки не будут премиумными. Либо разработчики, как обычно, что-то недоговаривают. Но эти танки должны быть акционными танками 9 уровня. За линию фронта один танк 9 уровня, акционный. За ранговые бои другой, акционный танк 9 уровня. Также еще будут награды, там серебро, боны, камуфляжики, там стили и так далее. Количество награды будет зависеть от того, насколько вам хватит этих очков. Ранговых боев в этом году будет 3 сезона. В мае первый, потом когда-то еще второй, ну и, наверное, к концу года будет третий раз. И потом, после этих 3 раз, вы сможете выбрать себе награду, которая соответствует вашему количеству очков. Хватит ли на танк 9 уровня или нет. Это все примерно хорошо, нормально, прикольно. Картошка нас хочет заманить в себя и держать в игре на протяжении года, и мы видим, что между событиями уже промежутков нет. Это, конечно, прикольно, интересно, захватывает участвовать в разных событиях в игре. Странно, что картошка додумалась до этого только сейчас. Единственное, что во все эти события рандом ломается, и поиграть просто в игру не всегда получается. Над этим разработчикам тоже стоит задуматься и как-то над этим поработать, поскольку и события некоторые интересны, хочется в них поучаствовать, но некоторые события не всем интересны, и хочется поиграть просто в нормальный рандом, а он во время события сломан на определенных уровнях, и это не очень. Также о чем хочется еще сказать, что разработчики не совсем все как обычно продумали, поскольку выпустив новый балансировщик, танки 9 уровня, мягко говоря, просто сдохли. Почему? Потому что танков 8 уровня и 10 намного больше, чем 9 в очереди, и балансировщик их закидывает всегда в днище списка. Чтобы попасть один раз к семеркам в топ, нужно сыграть около 50 боев на девятке. Это крайне много, и это невероятно. Все остальные бои вы играете, скорее всего, с десятками, и иногда с девятками. Оно время от времени меняется, но картина ужасная. И в такие девятки играть не хочется. Это был самый приятный уровень в игре на протяжении 8 лет. Сейчас девятки — это просто ужас. И получать награду в конце года 9 уровня, типа зачем? Это нужно доработать, потому что такая награда, на которую ты будешь просто смотреть и не играть, она не нужна. Потеть весь год, а потом получить в конце года бесполезную награду и надеяться, что потом ее исправят, а может быть и не исправят, а может сделают еще хуже. То есть вообще неизвестно ничего. Это не очень. Остальное все хорошо, мне нравится. Но некоторые вещи все-таки нужно над ними думать. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.